Каждую субботу жители Ульяновской области ходят на ярмарки. Сельскохозяйственная торговля, ставшая уже традиционной, еженедельно проходит в разных частях Ульяновска и районных центрах региона. Ярмарка начинается с позаранку. Первые машины с товаром выстраиваются на площадях раньше 7 утра. В разгар торговли количество машин достигает 400. Овощи, молоко, мясо, рыба. За прилавком чаще всего стоят сами фермеры. Соответственно, и продукция получается дешевле, чем в магазинах. Некоторым производителям удается распродать товар буквально за несколько часов работы. Ну, например, то же самое яйцо, высший сорт, соответственно, на сегодняшний день представлено здесь по 47 рублей, в то время как в магазине оно начинается на от 50. Ну, также вы посмотрите, соответственно, картофель, цена 12 рублей. Капуста, соответственно, представляется тоже где-то в районе от 10 до 12 рублей. Поэтому здесь много достаточно интересных позиций, которые действительно отличаются цены от магазина в сторону снижения. Интерес жителей к натуральным продуктам высок. Кого-то привлекают цены, кого-то экологичность. То, что ярмарки посещают большое количество людей, говорит статистика. По подсчетам работников Министерства агропромышленного комплекса, самой посещаемой ярмаркой этого сезона оказалась Заволжская. 20 октября ее посетило больше 28 тысяч ульяновцев. Стоит ли говорить, сколько дополнительной прибыли получили сами предприниматели? В новом городе выручка составила 17,5 миллионов рублей. Ни одну ярмарку не пропустил Игорь Попинец, предприниматель из Ульяновска. На небольшом производстве в Заволжье несколько его помощниц изготавливают продукты, любимые многими. Пельмени, вареники, котлеты, блины. Назвать полуфабрикатами язык не поворачивается. Все делается вручную и по проверенным рецептам. Девочки делают руками сырье, используемое местное фермерское сырье. И также картофель в варенике идет у нас настоящий, не из сухого, а из обычной картошки, которую чистят руками также и варят, мнут. Его продукция успела полюбиться многим. Каждую неделю на ярмарке Игорь устраивает дегустацию. Кстати, на последней торговле, которая прошла в Засвияжье, фермер получил грамоту от профильного ведомства за организацию лучшей дегустационной площадки. Его коллеги также были отмечены наградами и грамотами. Награждение лучших фермеров по требкооперации подсобных хозяйств будет проводиться на каждой ярмарке. В следующую субботу, 17 ноября, ярмарочная торговля развернется сразу в двух населенных пунктах – рабочем поселке Чердаклы и городе Новоульяновске. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.